наверное, правду все-таки говорят, что если человек горит какой-то идеей, то он обязательно зажжет этой идеей и других. И так, после пар Галины Николаевны, я несколько дней боролась со своими страхами и решилась подойти к ней, чтобы спросить, могу ли я как-то быть причастна ко всему этому и начать заниматься исследовательской деятельностью. Так я попала в наше студенческое научное объединение «Творческая индивидуальность писателей», входящее в круг детского чтения, в рамках которой мы с Галиной Николаевной под ее чутким руководством выбрали тему болезни, недуги и пороки детских образов в современной детско-юношеской литературе. Те сложности, с которыми мы сталкиваемся, они закаляют нас, они учат нас не сдаваться и идти дальше. Поэтому с благодарностью Галине Николаевне хочу сказать, что наука – это и вправду круто, исследовательская деятельность – это и вправду интересно, это и вправду что-то запоминающееся, и поэтому нужно не бояться и идти вперед, потому что рядом с тобой всегда окажутся люди, которые будут вдохновлять тебя и поддерживать на этом пути.